В Беларуси состоялась репетиция централизованного экзамена по учебным предметам. Для ее прохождения в Брестской области зарегистрировалось более 9 тысяч учащихся. Были определены 17 пунктов, где будущие выпускники смогли отрепетировать экзамен по одному из 13 учебных предметов. Подробности далее в сюжете. Проверить свои знания и готовность к предстоящей сдаче уже непосредственно самого централизованного экзамена в Брестской области зарегистрировалось 9756 учащихся. До пунктов проведения репетиции централизованного экзамена был организован подвоз школьников на общественном транспорте, а детям из сельской местности – школьными автобусами. Приехали с детьми поучаствовать в репетиции централизованного экзамена. Добирались на автобусах, нас централизованно подвозили, был организован подвоз детей. Дети относятся очень положительно, это для них, ну, для многих это возможность просто посмотреть, как это все будет проходить, потому что даже несмотря на то, что в прошлом году уже экзамен в такой форме проводился, для детей это все равно в новинку. Участие в такой репетиции – это действительно возможность привыкнуть к порядку проведения испытаний и правилам, которые нужно соблюдать. Когда придет время самого централизованного экзамена, школьники будут готовы и серьезно настроены на его сдачу. Проверить свои знания, да. В принципе, что знаешь, как напишешь, что подтянуть нужно и все. Хотим посмотреть, что мы вообще можем сейчас ждать и что вообще можно доучить, чтобы хорошо сдать в мае. Самыми популярными для сдачи предметами стали русский язык. По нему свои знания проверяли более 2500 учащихся, а также математика и биология. Всего школьники отрепетировали экзамен по 13 учебным предметам. Репетиция централизованного экзамена – это предварительное мероприятие для того, чтобы проверить как готовность учащихся, готовность учителей и готовность пунктов проведения централизованного экзамена. Для проведения репетиции централизованного экзамена, конечно, была проведена серьезная организационная работа. Были подобраны педагоги, которые будут сопровождать проведение репетиции централизованного экзамена. На базе 4 учреждений высшего образования прошла их подготовка. В Брестской области репетиция централизованного экзамена прошла в 17 пунктах на базе 4 университетов, 6 колледжей и 7 учреждений общего среднего образования. Анастасия Левкович, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».